Здравствуйте. Я привезла свою спортсменку на спортивные сборы по конкуру в Максима Парк. Это Екатерина Фериферова, мы из Иркутска. Ну, мы очень ценим развитие, мы всегда стараемся стремиться быть лучше, и поэтому нам очень приятно, что есть такая возможность приехать в чудесный клуб и позаниматься такими топовыми тренерами. Сегодня была первая тренировка с Михаилом Атаяном. Слава богу, серьезных проблем у нас не возникло, но я думаю, что это только начало, мы познакомились, и я думаю, что нас ждут два насыщенных дня.